Всем привет! Сегодня с вами МС Крот, и мы будем брать интервью у всех зрителей, которые пришли сегодня к нам на праздник, на нашу презентацию команды. Здравствуйте, здравствуйте, Денис! Как вообще мероприятие вам нравится? Вы ждали его? Конечно, очень ждала, даже с работы ушла. Мы тоже сегодня с работы ушли, вечером не будем тренироваться. Отлично, да. А я бы потренировалась. Фотографируйтесь, отдыхайте, наслаждайтесь. О, здравствуйте, можно у вас взять интервью? Как вам мероприятие? Вы еще HTV, да? Одеваю сейчас. HTV не очень. Я тебя научил, как работать с микрофоном. Да. Ну а как вообще вот наш канал все-таки был же лучше, нет? Он топ. Вышка просто, я считаю, да. И ты его сделаешь еще лучше. Я буду работать. Как у вас дела? Здрасте. Здрасте. Мероприятие шикарно. Очень хорошая идея, то, что именно волейболисты что-то делают, какие-то активности. Это очень классно, мне кажется. Прорыв готов? Да, вроде вещи собрали, поедем послезавтра. О, Денчик, привет! А почему мы сегодня жену не видим? Она стоит, созерцает болгарина. Ей не до этого. Хороший парень. Ладно, все, мы погнали дальше. А можно сфотографироваться с вами? Какой бургер будешь? Брянского парня. Брянский парень. Здравствуйте, расскажите. Есть такой? Двойной котлетой. Двойной котлетой можно. Булик, ты будешь с двойной котлетой? Ну вообще, как тебе здесь? Отлично. Привычно стоит? Непривычно, скажу честно. Мне просто с микрофоном привычно, я тренировался долго. Алексей, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, что вы делаете? Я рисую флаг России. А, чтобы все сегодня были красивые, я вас понял. Хорошо, ладно. Не, ну прикольно, я на самом деле не ожидал, что сегодня столько народу соберется, это правда. Самое главное, чтобы люди были счастливы, мы же для этого все это делаем, правильно? Андрей, здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Мы тут попкорн раздаем, вот фотографируемся. Я думал, что вы готовите его. Не, я тоже так думал, но нам сказали, что вы просто берете попкорн, кладете в пакет и все. То есть вам даже попкорн доверить не могут? Отлично, я приехала из Туркменистана специально ради этого. Спасибо большое. Вот так вот, офигеть не стать. Я поменяла всю страну. Я переехала сюда только ради клуба «Казань». Зенит, можно ваше слово? Конечно, можно. Ощущения прекрасные, вы так доступны, так близки. Да? Мы себя на вас смотрим с экрана телевизоров, а сегодня вообще. Ваша поддержка очень важна для нас. Если смотрели чемпионат Европы, может быть, видели. Как словенцев, а болельщики вытянули до финала. Очень вот. Жалко, что это были не вы. Тебе нравится мероприятие? Да. Да? У меня дома футболка есть. Футболка даже? А чья? Моя, она, Вильфредо Леон, бывший волейболист, еще писался. Лео, мы скучаем, Лео. Мы отдохнули. Мы ждали этого момента. Да? Да мы сами ждали, уже так долго тренируемся, а играть-то тоже хочется иногда. Конечно. Я один раз был в Пестрецах. Да. Прическу поменяла. Я, конечно, я все помню. О, Пшенчик, братишка, здорово. Опять? Пойдем спросим у Вольвича, как продажи идут. Он вообще деньги не делает. Артем, я хочу от вас детей. Покупайте шарфы, шаурму, в смысле шарфы, майки, футболки. Шаурму тоже можем продать. Сколько вы зарабатываете, Артем, как продажи идут? Мы зарабатываем тонну долларов. А магнитики расходятся вообще как горячие пирожки. Уже магнитики, двойная наценка идет, вы еще успеваете. Футбол. Футболки с Чак-Чаком, когда в наличии? А, раскупили. А, уже солдаут, да? Уже солдаут. Футболки с Чак-Чаком, солдаут. Все, меня ждут покупатели. Все, удачи вам, Артем. Надо спросить про волейбол что-нибудь. Какой-нибудь вопрос. Когда волейбол вообще создали, придумали? А вы знаете правильный ответ? Я нет. А ты прям можешь микрофон, давай еще. Я пошел. Потому что это... Сами можете посмотреть, какие страны, да, вот единственное, сразу бросается в глаза Всероссийская Федерация Волейбола. Вот, пожалуйста, обратите на него внимание. Отдельно, да, хочется обратить внимание на 2018 год, финал 4 Лиги Чемпионов. Если бы не вы, то, я думаю, в игру бы мы не вернулись. Отличное интервью. Как вам Казань? Я бы сказала, красиво тут. Фовер Зенит. Фовер Зенит. Алекс легко запомнить, у меня подруга в Штатах, Алекс. Все, Алекс Пшен точно есть. Все, обнял, поднял, заплакал. Мы организовали секцию волейбола «Сидя» для людей с ограниченными возможностями состояния здоровья. И очень будем рады видеть вас у нас на тренировках в качестве игроков, в качестве вообще таких вдохновительных,
Давайте как-нибудь попробуем это организовать. В принципе, нам несложно доехать, да, если это нужно, а это нужно. И подпишите МС-крот, пожалуйста. Давай. Лоран, ну как ты проиграл-то мальчику 4-летнему, а? Ну там, наверное, профессиональный спортсмен по киберспорту был. Наверное, 4, не 4 годика ему было, а 4 года он в профессиональном спорте. Ой, как круто с микрофоном всех брать интервью, как же я люблю это. Ребят, всем спасибо, я надеюсь, получилось прикольно. Вот, мы набрали много интервью. Люди были сегодня с разных стран. Это тоже здорово, это важно для нас. Нас поддерживают во всем мире. Вот, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш инстаграм, приходите на трибуны. 2 ноября мы вас всех ждем на нашем матче. До встречи.